В Лабытнанском отделе внутренних дел прошел гарнизонный развод с целью проверки готовности сотрудников полиции, обеспечивающих круглосуточную охрану общественного порядка на улицах города, а также проверки готовности подразделений к несению службы. В мероприятии приняли участие представитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в городе Лабытнанги Максим Лазарев, глава администрации города Марина Трескова, заместитель главы Алексей Щелконогов, военный комиссар города Лабытнанги Юрий Мацук. В ходе гарнизонного развода сотрудникам довели важную оперативную информацию, ориентировки на разыскиваемых граждан, а также ознакомили с маршрутами патрулирования. Начальник Лабытнанского отдела, подполковник полиции Алексей Черняк, вручил молодым сотрудникам первые специальные звания и пожелал успехов в несении службы. А глава администрации Марина Трескова поблагодарила полицейских за охрану общественного порядка, обеспечение общественной безопасности и сохранение стабильности на улицах города. За самоотверженный труд и достойную службу наградила сотрудников благодарственными письмами.